Сегодня в Дагестане ликвидированы трое боевиков. Их блокировали в одном из частных домов в селении Гимры. В ответ на предложение сдаться, бандиты открыли огонь. После этого антитеррористическая операция вступила в активную фазу. Экстремисты уничтожены, есть потери со стороны силовиков. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, погиб боец спецподразделения ФСБ. Уже установлено, боевики входили в состав так называемой гимринской бандгруппы. Они причастны к покушениям на сотрудников правоохранительных органов, а также к вымогательству. Деньги шли на финансирование террористических группировок.